бабушки была подруга, тетя Лиза Пресман. Она когда-то была женой известного актера, а потом она здесь, в Театре русской драмы имени Лесси Украинки, работала на служебном входе, через нее был проход весь. И вот она дала бабушке для меня первую контрамарку на спектакль «Храбрый портняшка». Я сидел вон там, вот, как сейчас помню. Мне было 12 лет. И после этого, ну, не было спектакля, который я не посмотрел бы. Некоторые смотрел дважды, трижды. Я здесь жил, можно сказать, в этом зале, как и в других залах киевских театров. Во мне борется желание сказать все, что я думаю по этому поводу. Я запикаю. Я никогда не гонюсь за модой, я ее создаю. России будет очень плохо, она отрыгивает будет Крым и Донбасс кровавой отрыжкой. Я незаслуженный журналист Украины, у меня нет цели, у меня нет мечты. Логику свою пусть засунут себе в задницу, я начинаю нервничать. Нет цели, но есть путь. Я и есть самурай. Это проект «Перші», в рамках которого мы через интервью будем раскрывать характера людей. Людей, которые добились в своем деле максимума. Лидеров отрасли. Люди первые, пионеры, те, кто ведут за собой. И сегодня раскрыть секреты своего лидерства, раскрывать секреты будет нам Дмитрий Гордон. Дмитрий Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы неоднократно с вами встречались в разных эфирах. О чем бы вы сегодня не хотели говорить? Вы знаете, Василий Владимирович, нет темы, на которую бы я не говорил. Нет вопроса, на который я бы не мог ответить. Запретных тем нет. Ни в эфире, ни в жизни, ни за столом с друзьями. Ну, зависит, конечно, от ситуации. Я не могу сказать, что вот я говорю все как на духу, всегда и всем. Это исключено, так быть не может. Зависит от ситуации, от людей, которые за столом или рядом, или напротив. Но, в принципе, я давно уже понял, что жить легче так, чтобы тебе не надо было мучительно вспоминать, что ты кому когда говорил, и завираться. Лучше говорить то, что думаешь, и ты всегда будешь на коне. Но есть же темы, которые не очень бы хотелось, например, освещать, которые хотелось бы оставить интимными только для себя. Эти темы я и не освещаю. Есть такие темы? Ну, я мало люблю говорить, вообще не люблю говорить о личной жизни, например, потому что это то, чем не надо торговать, то, что не надо выставлять на показ. Меня всегда смущает, когда я читаю в каких-то глянцевых журналах или в интернете откровения звезд, которые рассказывают, как они, с кем они, когда они и так далее. То есть не просто на показ свое белье, но еще и полощут его прилюдно. И, конечно, это вызывает у меня такую горькую улыбку. Должны быть вещи, которые не надо вытаскивать. Должны быть вещи, которые любят тишину. Вот личная жизнь – это то, что любит тишину. Мы будем сегодня много говорить о том, как вы добились успеха. Вы сами как определили этот момент? Вот когда вы для себя поняли, я успешный. Я не считаю, что я добился успеха. Я считаю, что я на пути к нему. Вообще успех – это очень относительная вещь. Я сейчас не кокетничаю. Что такое успех, допустим, успех, когда ты полетел в космос? Вот когда ты полетел в космос, ты добился успеха. Успех, когда ты сделал открытие в медицине, например, которое облегчило страдания миллионам людей. Это успех. Если ты берешь интервью и тебя смотрят, сегодня это успех. Завтра тебя могут перестать смотреть, потому что ты можешь устареть. Ты можешь стать неинтересным, ты можешь заштамповаться и потерять интерес к жизни, к людям, и это увидят все. То есть это весьма относительный успех, и брать интервью так, чтобы тебя смотрели, не такой успех относительно полета в космос, победы на чемпионате мира или изобретения лекарства. Чем вы сейчас зарабатываете? Я сейчас зарабатываю недвижимостью, Ютубом, рекламой. Рекламой где? Я рекламирую разные вещи в Ютубе и в Инстаграме, и мне за это платят очень хорошие деньги. Вы знаете, не видел ни одной вашей рекламы. Сколько смотрел ваших роликов, однажды видел
чай вы рекламировали, но это было, не, по-моему, бесплатно. Не, много реклам, вот смотрите, я рекламирую то пылесос. А, нет, да, простите, недвижимость то, я видел. То криптовалюты. Недвижимость рекламирую. Ой, много чего. Хорошо. Кроме того, творческие вечера. До пандемии. До пандемии. Кроме того, вот сейчас я принимал участие в двух мероприятиях Евгения Черняка, Big Money. Угу. Форумы Big Money. Форумы, да, в Карпатах. Вам за это платят? И в Киеве. Конечно, конечно. Я не выхожу бесплатно. Что сейчас может заставить вас растрогаться, заплакать? Спектакль, кино, футбол. Футбол? Я вам скажу, что когда сборная Украины в 2006 году победила по пенальти сборную Швейцарии в Германии на чемпионате мира, я был в делегации Украины официальной, и я был и на этом матче тоже, конечно. Когда Шавковский отбил пенальти, я заплакал. Но это потрясающе было. Это потрясающе было. Фильм может заставить вас заплакать? Да, конечно. Конечно. Что-то слова близких. Я вам скажу, вот фильм. Есть несколько фильмов. Один из них «Дом, в котором я живу». А вот мало кто помнит его, наверное, мало кто знает. Этот фильм снят, наверное, в конце 50-х, начале 60-х. Режиссеры Кулиджанов и Сегель. Мы когда-то обсуждали это с Станиславом Сергеевичем Говорухиным. Мы с ним дружили. Он часто ко мне приезжал в гости в Киев. И Станислав Сергеевич сказал: ты знаешь, любимый фильм какой у меня? «Дом, в котором я живу». Говорю: слушайте, замечательно. У меня тоже. Он так сделан, так снят, что ты плачешь неминуемо. Неминуемо. И ты даже знаешь, где ты сейчас, ты знаешь, что тут надо, ну, ты уже смотришь это 10-15 раз, все равно плачешь. Сколько раз вы смотрели этот фильм? Ну, раз 5-6, наверное, может, 7, так, знаете, включаешь периодически телевизор, пульт клацаешь, потому что это настоящее, настоящее. Вы рекомендуете его пересмотреть детям своим? Да, да, я пробовали, думаю, они посмотрят. Это в компании детей они смотреть? Посмотрят, я думаю. Ну, я не говорю про совсем маленьких, но старшие, там, Ростислав, Дмитрий, ну, Лиза. Не говорил им об этом, именно об этом фильме не говорил, но думаю, что если они увидят наше интервью и посмотрят, они не станут беднее, они станут богаче. Это фильм о настоящих чувствах, о настоящих людях. Кстати, дети смотрят ваши интервью? И те, которые вы берете, и те, которые вы даете? Смотрят. Не все, конечно. Интервью смотрят, но по вкусу смотрят. Я всем присылаю, во всяком случае, рассылаю. Они их могут видеть, и многие смотрят. Им это интересно. Не все, конечно. Вот так вы, за этой фразой, такой маленькой тенью прозвучала фраза, даже которая не прозвучала, что не все, конечно, потому что их много. Потому что интервью много. Вам не кажется, да, что вот Гордона сейчас много? Мне это кажется. Это плохо, сразу вам скажу. Должно быть меньше. Когда-то Алла Пугачева мне в интервью сказала в начале 90-х, она сказала, я ее спросил, Алла Борисовна, а почему вас не видно на последних песнях года? Она сказала, не должно быть артиста много, артиста должно быть мало, зритель по нему должен скучать и ждать появления настоящего артиста. И она всегда это умело делала, но когда выходила, попадала в яблочко. Я тоже понял, что не должно быть меня много. Меня подводит то, что я не умею отказывать очень часто. И когда настаивают, я как-то, мне неудобно, я соглашаюсь. Но когда меня слишком много, я опасаюсь, что у зрителя может возникнуть рвотный рефлекс, и я могу надоесть. А мне бы этого не хотелось. Угу. Что думаете делать в таком случае? Как-то это менять все? Ничего не думаю. Я ничего не планирую. У меня нет целей. У меня нет мечты. У вас нет цели, у вас нет мечты? Все мои мечты давно сбылись. Все мои цели осуществились. Могут быть локальные мечты какие-то. Взять интервью. Как самурай, у которого, да, нет цели, но есть путь. Я и есть самурай. Сейчас вы больше нацелены на интервью с представителями нового поколения. Мы видим Фейс, Марьяна Ро, молодые ребята, рэперы, блогеры. Раньше вы больше уделяли внимание каким-то там актерам, музыкантам, поэтам, спортсменам советской эпохи, выдающимся людям.
это такое веяние моды, требование поколения вот современного, YouTube-зависимость некая, потому что понятное дело, что мы возьмем советского футболиста и современного блогера, блогер явно наберет быстро большое количество просмотров. Вы знаете, я никогда не гонюсь за модой, я ее создаю. Во всяком случае, пытаюсь создавать. Я прекрасно понимаю, что есть веяние, что есть люди, которые привлекают огромное количество, миллионы людей. Но я всегда исхожу из того, что человек, у которого я беру интервью, должен быть интересен мне. Если он мне не интересен, будет нехорошее интервью, и я провалюсь, и это будет удар по репутации. Я делаю много интервью, заведомо зная, что они не соберут аудитории. Заведомо это знаю, хорошо это знаю. Например, но я их делаю для себя, потому что эти люди мне интересны, и я пишу своеобразный учебник истории через этих людей. Например, я, конечно, знал советского драматурга Александра Гельмана. Его пьесы шли во всех театрах, еще когда я был маленький. Премия, например, «Мы ниже подписавшиеся» и так далее. И вдруг я несколько лет назад прочитал в каком-то журнале, в журнале «Сноб», его исповедальный рассказ о том, как ребенком он попал в гетто и как почти вся семья умерла на его глазах. Меня это настолько потрясло, что, ну вот, просто потрясло. И я решил его найти. Это было очень тяжело. Он уже пожилой человек, ему под 90 лет. Я его нашел. Я с ним сделал интервью. Это интервью посмотрело 1080. Но мне все равно. Ну, для вас это ничтожно маленький результат. Ничтожно маленький результат, но мне все равно. Мне главное, что я это сделал, что я стал светлее после этого интервью. Недавно я сделал по скайпу интервью с великим, считаю, режиссером, кинорежиссером Атаром Миасилиани, грузинский режиссер, живущий во Франции. Ну, его посмотрело 1030-40. Конечно, это провал для меня. Как для... С точки зрения YouTube. Как для человека, который занимается YouTube. Но как для человека, как для журналиста, для меня это одна из вершин. Потому что прикоснуться к таким людям — это счастье. Можно ли считать? А что касается вот Фейса, вы говорите, да. Марианны Ром, мне интересны люди, которые добиваются успеха. Я делаю все, что мне интересно. Понимаете, мне интересен Фейс, например. А чем он мне интересен? А вот человек, чьи клипы смотрят 60 миллионов зрителей в Ютубе, уже априори интересен, потому что он не может быть лишь бы каким, он не может быть проходным. Он заставил людей на себя смотреть, значит, он уже интересен, он уже состоялся. Какой самая дорогая покупка у вас была? Вот так, чтобы навскидку. Вот как-то прикупил я недвижимость одним махом за 11 миллионов долларов. Ух. Взял кредит в банке на эту сумму. И тут же ее вложил в недвижимость. Потом отдал кредит. И продали недвижимость? Нет, оставил. А, работает? Да. Очень круто. Правда ли, что в Крыму Правда. Вы потеряли? Очень в Крыму? Много. Да. Нет, у меня никогда не было ничего в Крыму. Дело было так. Негодяй Константинов есть такой. Он был председателем Верховного Совета Крыма и остался им уже в оккупированном Крыму. Он руководил фирмой «Консоль», которая построила, сказала, что построит на улице Богдана Хмельницкого два дома. А я туда в 2001 или 2002 году вложил много денег. Это возле велодорожки? Да, возле велотрека. Вот, ну, просто сильно много денег, очень сильно много денег, я бы так сказал. Очень потом вкусное место. Прошло 5 лет, ничего, 10 лет проходит уже. В конце концов, я на него наехал. Я с ним очень жестко говорил несколько раз. А он трусливый такой. И он мне часть денег отдал. Вложил их, то, что должен был я вложить, вложил он. Но один дом с горем пополам сдался, я доплатил еще за эти метры. А второй до сих пор не сдался. Там у меня 800 метров квадратных, между прочим. Вот, поэтому привет Константинову, который нас наверняка смотрит. Никто не забыт, ничто не забыто. Я его помню. Вещь, которую вы хотели бы себе купить, но не купили. По каким-то причинам. Ну, или посчитали, что ну, не стоит она тех денег. Ну, вот. Нет, были вещи какие-то в магазинах, наверное. Ну, я считал, что, наверное, это очень дорого. Неоправданно. Ну, понравилось мне какое-то пальто, допустим, с мехом. Оно стоит 25 тысяч долларов. Думаю, да пропади оно пропадом. Наверняка такое было. Но так, чтобы глобально, я думаю, все, что я хотел купить, я купил.
Сейчас в вещах у вас нет уже фетиша, что надо вот такое или такое. Я себе лет 10 назад сказал, перестань покупать вещи. 10 лет назад? То есть да. Вот с тех пор до нашего... Перестань покупать вещи, которые тебе ну очень... Только бери те, которые ну очень необходимы. И я с тех пор попустила меня. Я когда впервые оказался в Америке, я привез несколько огромных сумок, огромных таких, они уродами назывались, с вещами. Половину никогда не надел и отдал кому-то, но я уже себе сказал, остановись, покупай только то, что ты будешь носить, гарантированно. Угу. Поэтому у меня в гардеробе еще, наверное, половина вещей, которые я никогда не надевал, ну, с остальной как-то справляюсь. В мае этого года исполнилось 3 года, как нет вашей мамы. Первое воспоминание Мина Давыдовна вот сейчас перед глазами у вас, первое воспоминание, самое яркое какое? Ну, не знаю, много воспоминаний разных. Много. Чувствую, что плохо себя вел. Мне было 5 лет, мы поехали отдыхать с мамой в Феодосию. И я что себя плохо вел, так я, как сейчас помню это, мама мне какое-то замечание сделала. Я пошел, отошел от пляжа чуть-чуть. Там была травка, на травке были какашки собачьи. И такой треугольный пакет от молока. Помните, треугольные пакеты были? Я палочкой собрал какашки на треугольный пакет и бросил в маму. Мне было 5 лет, а стыдно до сих пор. Сейчас есть за что попросить прощения у мамы? Да, конечно, есть за что. Всегда есть за что. У многих есть за что просить прощения. Но это жизнь, Витя. Я думаю, что вот наша семья все сделала для того, чтобы продлить маме жизнь. Все и даже больше. Я вот на кладбище каждые 2 недели езжу. Там бабушки лежат и мама. Ну, знаете, есть какая-то, что-то в этом есть, какой-то момент. Я очень бабушек своих любил, очень маму любил. У Розенбаума есть такая строчка, и бабушек приходим навестить на день рождения раз и раз в день смерти. А 3-й раз, когда сжимает сердце, желание внучатами побыть. У меня это не 3 раза происходит, я часто там бываю. Вы по отношению к своим детям другой отец, чем ваш папа к вам был, пока вы росли? Другой. В чем потому другой? Что время разное. Разное время было тогда. Вот папа с мамой смотрели за тем, чтобы у меня были оценки хорошие. Если у меня была 4, с мамой просто невероятно, то как это, ну что это, ну почему 4? Они со мной занимались, учили уроки. Я, знаете, больше детей воспринимаю как взрослых. Я с ними разговариваю как со взрослыми, как с друзьями. И у меня есть глубокая убежденность, что генетика должна сделать свое дело. Не всегда это получается, наверное. Надеюсь на то, что в моем случае получится 100%. Вы программируете как-то детей на успех, на реализацию? Настаиваете ли, что вот нужно получить именно такое образование? Что в тренде через 5, 7, 10 лет будет такая профессия? Нет. Я понимаю, что все люди разные. Разные характеры, разные мысли, разные настроения. И нельзя всем сказать «будь как я». Можно показывать на своем примере отношение к родителям, например, отношение к друзьям, выполнение обещанного и так далее. Но это не всегда может лечь в благодатную почву. Разные люди, разные ситуации. У меня есть дети, например, очень, очень ответственные, вот безумно ответственные. Пока не закончит то, что должна, вот Лиза, например, да, она не может вообще нормально себя чувствовать. Она должна закончить, она должна сделать. Должно быть все невероятно. Там. Или Дима, например, тоже в музыке. Есть варианты, когда... И они учились очень хорошо. Да? А Лёва, вот ему не понравилось учиться. Вот поехал в Англию, не понравилось учиться. Бросил. Как я к этому отношусь? Конечно, мне это не нравится. Вернулся? Да, он вернулся сюда. И что? И сидит, играет в компьютере. Нравится мне это? Нет, не нравится. И я ему сказал, знаешь что? Не хочешь учиться? Едь, создавай свою жизнь сам. Вот тебе там $1000 на квартиру. Вот тебе там еще 1000 на первое время. И вперед.
Соединенные Штаты Америки. Ты гражданин Соединенных Штатов Америки, ты там родился. Давай. Не нравится то, что родители предлагают. Делай сам. Он поехал, снял квартиру. Пошел работать в супермаркет. Оформлять заказы в дома. Ну, люди заказывают. Онлайн-доставка. Да, оформлять доставку. Параллельно, вот он говорит, я хочу играть. Параллельно сколотил группу. Начал играть. Музыкальную. Начал играть. Пару раз из-за этого опоздал в супермаркет, его уволили. Пошел, нашел новую работу, паковать какие-то пакеты. Значит, 12 часов в сутки работа, получает по $15 в час. Откладывает деньги, уже есть свои деньги, играет с группой, счастлив. Что самое главное для человека? Быть счастливым. Если ты учишься в университете лондонском, и ты несчастлив, это плохо. Если ты пакуешь пакеты, имеешь деньги и играешь в группе и кайфуешь, это хорошо. Поэтому задача любых родителей, чтобы их дети были счастливы. Дмитрий Ильич, ну мы помним басню про стрекозу, по крайней мере, та часть нашей аудитории, которая училась в советской школе, которая «Лето красное» пропела, и она тоже была счастлива. Не может ли случиться так, что может наступить осень, и в жизни осень в том числе. Когда можно, патриарха. Да, можно оглянуться назад и вспомнить, что у тебя были упакованные пакеты, музыкальная группа и даже красивые девочки. Но в какой-то момент тебе уже 30, 35 или даже 40 и дальше, а ничего за плечами, кроме музыкальной группы, нет. Не будет ли в этот момент дикого разочарования? Вы знаете, главное об этом предупредить заранее. Я предупредил. Раз. Второе. Главное оставаться человеком. Лёва человек, он умница, ему нравится так жить. Понимаете, надо человеку каждому давать делать то, что ему нравится. Тем более, что он это делает за свой счет. У меня вот никого из детей нет мажора, ни одного. Я никого не баловал деньгами. Я никого не развращал деньгами, я бы даже сказал так. Никого. Вы Они добиваются сами, даете сами успеха. Деньги детям? На первых порах, когда Дима пробивался, да, и искал работу, я давал ему деньги. Сейчас нет? Нет, он зарабатывает прекрасно. Он делает музыку к фильмам, он в Лос-Анджелесе живет, вот сейчас заканчивает к голливудскому фильму, уже закончил практически, они сводят ее. Китайцы сделали в Голливуде кино, он написал музыку полностью для фильма. Он работает с Волтером Афанасьевым, они делали альбом для Барбары Стрейзен, сейчас делают второй. Там величайшие музыканты мира участвуют в записи разных их композиций. Кенни Джи, там, саксофонист номер один мировой и так далее. И эти люди давали ему рекомендации на визу рабочую. Фантастика вообще. Вот когда я видел, что он хочет, но не может пока встать на ноги, конечно, давал. И не жалко. Часто, вот вы сказали, что дети не стали мажорами. Часто у людей успешных, у людей богатых, дети брошены на произвол, на компании. Я очень этого боялся. Избалованы деньгами, не имеют интереса к жизни, у них нет стимула, у них развращенное сознание, им все доступно, им не нужно искать работу, у них в коротком доступе любые блага, квартиры, машины, наркотики, алкоголь, все что угодно. У них нет стимула жить. Как вы нашли этот способ, чтобы дети были заинтересованы в жизни и имели стимул? Я очень этого боялся, что это произойдет, учитывая то, что мы всегда жили в достатке, и гости, которые к нам приезжали, которых дети видели их и у нас дома, и где-то еще, были того же уровня финансового и выше намного. И я всегда говорил детям, что смотри, я могу давно отдыхать, расслабиться, у меня все для этого есть. Но я работаю как скотина, последняя. Посмотри, я сижу, видишь, вечерами, ночами я пишу, я готовлюсь, я делаю. Я двигаюсь. Человек иначе не может. Если он садится и перестает двигаться, он перестает быть человеком. А смысл жизни не в том, что ты ездишь на спортивной машине в хорошей одежде. Это не то. А смысл жизни, если ты на это заработал и ездишь в хорошей машине, в хорошей одежде. Вот это да, согласен. Поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, ни одного мажора, ни одного ребенка, который бы сказал, дай мне денег. Вот для них попросить деньги, это вообще уже последнее совсем. Помните, как познакомились с Олесей? Да, конечно. Олеся пришла брать у меня интервью для харьковской газеты «Время». Угу.
Она была студенткой Харьковского университета имени Каразина, которая закончила с отличием. Приехала в Киев для этого? Приехала в Киев брать интервью. У нее было три, значит, героя для интервью. Савик Шустер, Юрий Фалёса и я. Угу. Это какой год? Это 2006 год. Все трое предложили ей работу после интервью. Потому что она очень хорошо вела интервью, и был виден талант сразу. Сразу был виден талант, однозначно. Почему она выбрала Савика? Предложение? Нет, она стала редактором программы Савика Шустера, и она стала внештатным корреспондентом газеты «Бульвар Гордона». Она писала... То есть она отказала только Фалёсе? Отказала только Фалёсе, да. Почему Олеся не взяла вашу фамилию? И было для вас это принципиально? Нет, абсолютно не принципиально. Я же человек очень демократичный, свободный, и я считаю, что у нее такая хорошая фамилия, раскрученная, что брать еще мою фамилию, наверное, нет смысла. Угу. Ну, то есть вы настаивать на этом не будете? Нет, конечно. Олеся Бацман расскажет самые потаенные секреты про жизнь Дмитрия Гордона, фрагменты его биографии, его сильные и слабые стороны. Расскажете? Я не знаю, что мне делать после этого анонса, но я пошла. Нет, никуда уходить нельзя. За спиной каждого сильного мужчины есть уверенная, прекрасная женщина. Вы как оцениваете свою роль в том, что делает Дмитрий Ильич? Василий, мне кажется, что это у меня, как у женщины, есть всегда сильное плечо, есть и тыл, и человек, на которого я могу опереться, которому я могу довериться, и который, я знаю, никогда не подведет. Какие недостатки есть у Дмитрия Гордона? Он очень упертый. Вот если он что-то решил, его невозможно сдвинуть с места. Даже если он, мне кажется, задним умом понимает, что вот он не прав уже, ну вот что нужно, ну нужно по-другому. Но вот если он решил, вот все. И я, кстати, не знаю, недостаток это или достоинство, но есть такая история. При том, что он слышит, он слушает, он очень любит советоваться, он действительно часто спрашивает совета и просто мнение для того, чтобы, ну, такую некую фокус-группу создать среди тех людей, мнение которых ему не безразлично, на кого он может ориентироваться. Долго, это правда. Долго принимает решение, Дмитрий? Вот смотрите, я не прям фанат гороскопов, но Дмитрий Весы, как и вы, как и я. А у нас, вы знаете, у нас в семье много весов, потому что весы еще у нас Санта старше, и весы у нас Лиана, самая младшая. Младшая, да. Вот. И я знаю, что в жизни бывают моменты у меня, когда, ну, очень как сложно выбрать что-то из двух, а не дай бог, из трех вариантов. Как это происходит у вас и как это происходит у Дмитрия? И насколько сложно? Вот я, наверное, как раз классические весы, потому что столбиков я не пишу вот здесь и вот здесь. Но в голове я это прокручиваю, я взвешиваю. Вот я люблю и так, а если так, а нет, но есть же еще это. И вот у меня начинается эта история. Дима намного легче и быстрее принимает решения. И надо отдать ему должное, чаще всего они оказываются правильными. Мне кажется, он это делает интуитивно. У него абсолютно животная интуиция, которая в 99% его не подводит. Даже если я умом сначала говорю, нет, это неправильно. Оказывается, он прав. В быту сильно привередлив? Ну... За ужином. Может сказать, не хочу я, ну, это есть. Сколько можно эти лобстеры уже? Уже вот здесь. Вы знаете, мы как раз любим очень простую еду. Вот дома всегда домашняя простая еда. Когда ты идешь в ресторан, там бывает, ты хочешь чего-то эдакого заказать. Дома нет. Нормальная, правильная, хорошая еда. Ну, часто не очень правильная. Если хочется чего-то вкусненького, например, жареной картошечки. Любите собирать гостей дома? Да, да. Это тоже секрет, не рассказывайте. Люблю собирать гостей, это очень достойные люди. Что это за формат мероприятия? Совершенно разные, просто собираются люди разные.
Ну, смотрите, я вам объясню. Иногда за столом просто бывает... очень интересно. Люди, вот каждый из нас, да, вот и те, кто сейчас сидит перед телевизором, приглашает гостей. И для кого-то это вот там посиделки, надо нарезать 8 видов салатов. Кто-то приглашает гостей, они играют в шахматы, стихи читают. Кто-то там на природе шашлыки. Вы знаете, это, как правило, пьет. Общение. Прежде всего, общение. Бывает, караоке потом заканчивается чем-то еще, но... Это настолько разные люди собираются часто вместе. Это же интересно, это обмен информацией, обмен мыслями, обмен соображениями своими. Бывает, вот я насчитал однажды, за одним столом у нас сидело 2 президента и 3 премьер-министра. Разных стран, разных лет. Ну, это же интересно. Как круто, как круто. В таких застольях бывают конфликты? Один раз было. Если без фамилий, ну, я так понимаю, вы не будете фамилии вот называть? Я вам что скажу стало так. Причиной за раздора? Столом сидели Виталий Кличко, Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Анатолий Кашпировский. И мы. И возник конфликт между двумя гостями. Когда два гостя сами по себе поспорили. До чего дошло? Ни до чего. Не оба до драки, они не пошли до... на нет, нет. Оба они пошли на попятную. Угу. Две сильные личности схлестнулись. Ну, такое было. Ну, вы понимали, что это нормальная, здоровая атмосфера. Да, ну, это было. Тут... Да, да, было нормально. Не без перехода на хамство, не, грубость. Не, 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 ни в коем случае, нет. А схлестнулись такое... две точки зрения. А такое бывало, чтобы с хамством, с грубостью, нет, с оскорблением? Нет, 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 исключено. У нас таких гостей не бывает. Что под руки выводили, бывало. Что падали люди, бывало. От алкогольного, да, излияния. Да, но чтоб дрались, нет. У вас на днях рождения, до пандемийный период, собиралось большое количество людей. Сколько в среднем человек? 200? 200-250. Да? 200-250. Людей, которые в одном поле, извините, не встанут, значит, и не музыку сядут слушать. Да. Но при этом они спокойно находятся в одном зале, в одном ресторане, в одном помещении на празднование дня рождения Гордона. Бывали ли какие-то условия или требования, когда вы приглашали там кого-то? Говорит, я не приду, если там будет тот-то. Бывали. Что вы в таких случаях делаете? Делали? Не приходи. То есть это вот вы не идете на поводу. Дело в том, что уровень людей, которые приходят ко мне на день рождения, подразумевает неоднозначные отношения друг с другом часто. Но поскольку день рождения мой, и поскольку я тоже часто прихожу на дни рождения, где есть люди, которых я просто не хочу видеть, но я же уважаю именинника, я прихожу, просто не общаюсь с этим человеком. Сейчас популярно публиковать разные рейтинги успешных, влиятельных, там топ-100 успешных женщин, топ-100 влиятельных женщин, топ-мужчин и так далее. Насколько вы доверяете этим рейтингам и, на ваш взгляд, насколько они отображают действительность? Я даже не смотрю эти рейтинги, если честно, потому что они всегда субъективны, и я знаю, как они составляются. Поэтому я даже туда не смотрю. Подозреваю, что, я не знаю, я есть в некоторых, некоторых нет меня. Это не влияет на мою самооценку. Не, вы часто фигурируете как в этих никогда, списках. Как никогда не влияло. Вот у меня от государства нет ни одной награды. Ни одной. Я не заслуженный журналист Украины, слава богу. Я не имею медальки, ордена, ничего. Ничего нет. И это моя фишка. Я и не хочу от государства ничего иметь вообще. Потому что мне это не нужно, у меня другие ценности. Если вдруг будет предложение, вы скажете... Не... Во-первых, его не будет. Почему вы так думаете? Мне кажется, что это же надо готовить, это должен кто-то выдвигать, это должны что-то делать. И все это так скомпрометировано уже. Ну вот я не знаю, сегодня стыдно, например, получать звание народных артистов Украины. Потому что у нас сегодня нет, наверное, ни одного артиста, который бы не был народным артистом. Ну, это стыдно, это плохо. Я сколько раз говорю, уберите звание, но обращаюсь к президентам, начиная с 97 года. Первый раз я обратился к Леониду Даниловичу в 97 году. Уберите звание, это стыдно, это Советский Союз. Это, чтобы приручить артистов, им цацки давали, как подачки. Вот будешь народным артистом, тебе место на Байковом кладбище бесплатно.
Что это дает? Ничего. Я народный артист. Да ты зал собери, и ты народный артист. Ты собери зал, кассу сделай. Вот, вот Монатик – народный артист. Полякова – народный артист. Они кассу дают. Дмитрий Ильич, настало время поговорить об Украине. На ваш взгляд, что мешает Украине на зависть всем другим постсоветским странам стать успешной, самой успешной? Я думаю, что Украине мешают украинцы. Мы мешаем. Мы все. Расшифруйте. Вот кто-то чихнул сейчас из съемочной группы. Да. И это значит, что я сказал правду. Это не просто так человек чихнул. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Это правда. Вы знаете, Украина начинается с каждого из нас. Потому что я Украина, и вы Украина. Но когда я делаю в подъезде многоквартирного дома, где находится на одном из этажей моя квартира, самая первая, а на первом этаже редакция, сейчас она уже там не находится. Но если я делаю там ремонт с испанским, извините, кафелем, ставлю новые стеклопакеты и двери, и освещение, и делаю венецианскую штукатурку на стенах, закрываю зеркалами уродливые эти все счетчики, и лифт делаю внутри полностью, крашу, облагораживаю. Если ты заходишь, как пятизвездочный отель, в подъезд, можно к этому относиться хорошо? Нужно. Нужно. В течение первого же месяца на стенах было написано, угу. Лампочки были выкручены. Как апофеоз этой истории, была зима, и мальчик зашел с санками. И я захожу за ними, он с санками ту-ду, ту-ду, полозьями прямо острыми об этот испанский кафель. А он и на стенах, и на полу в подъезде на стенах. Красиво так. Я говорю, что вы делаете? Он говорит, снег счищаю. Мало того, мы еще сделали пристроечку для консьержа с туалетом. Посадили консьержа. У меня денег, допустим, было много, но мы опросили всех. Товарищи, давайте скидываться, консьерж будет в таком подъезде красивом, на радость всем. Все сказали, а чем мы должны скидываться? У Гордона денег много, пусть он сам его содержит. И сделал ремонт я до определенного этажа, не до, почти посередине, но не до девятого. И стал свидетелем разговора. Женщина говорит мужчине, вот Гордон, говорит, до девятого этажа ремонт не сделал, только до своей квартиры довел. Угу. Поэтому виноваты мы. Я всегда начинаю с себя. Это мы гадим у себя в подъездах. Это мы не хотим жить как люди. Причем, попадая на Запад, мы принимаем западный образ жизни и западные ценности. А у нас не хотим. Почему? Это мы воруем у армии своей. Угу. Мы же говорим, у нас война. Да. Говорим же, у нас война, действительно. Но при этом люди в течение многих лет воруют у собственной армии. Ну, не повально же, Дмитрий Ильич. Повально. Ну, очень много кто, людей, которые может, смс-ками сбрасывали по 5 гривен на армию. Смотрите, повально. Еще вопрос, куда кто, делись эти деньги? Кто где может, тот там и ворует. У нас вообще, я сейчас рискну вызвать в общем-то, недоброзычливые кейсы, да, высловы на свою адресу, свой бик, но я это скажу. Мы, украинцы, любим воровать. У нас очень много воров среди нас. Очень много. Я это говорю, не боясь ничего, поскольку я никуда не избираюсь, мне задабривать никого не надо, я говорю, как я думаю. У нас что-то оставь, оставьте кошелек на улице, его тут же не будет. У нас допустить человека в бизнес, где можно что-то скроить, он скроет. У нас открой ресторан, дай рабочие места, воровать начнут. Никуда не деться от этого. Страна воров. В мире не так? В мире. Вы хороший вопрос задали. Есть нации, где отучены, большинство людей отучено от воровства. В Германии в той же... Помните, что Гитлер сделал с зайцами в трамваях? Да. До сих пор генетическая память работает. Ну вы же не предлагаете делать так же? Не предлагаю. Я же гуманист. Но в большинстве стран созданы такие условия, что воровать невыгодно. Невыгодно. И страшно. И страшно. Ну, не страшно, это и есть невыгодно. Ну да, можно по-разному трактовать.
Поэтому с нас начинается все, проблема в нас, и, конечно, проблема всегда в первых лицах, потому что первые лица могут менять жизнь нации. Но если не меняют, значит, что-то есть проблема какая-то. Вы патриот? Я не люблю слово «патриот», потому что оно с таким душком уже из-за лжепатриотов. Давно? Давно. У нас многие в советское время грешили этим словом. Я патриот Советского Союза. Как написал Салтыков-Щедрин, что-то больно на патриотизм напирают, того и гляди, проворуются. А у нас тоже, как только армия Мовавира или уже украла, или собирается. Вот мгновенно. Я с недоверием отношусь к этому слову. Я люблю свою страну. Я люблю свой город. Потому что моя страна — это я. Мой город — это я. Вот эта сцена, вот этот зрительный зал — это я. Я это люблю. Я это люблю. С этим связана моя жизнь. Хрущевский дом, в котором я жил в детстве — это я. И так далее. Все, что со мной связано. Поэтому, конечно, я это люблю. Искренне люблю. Для вас с чего начинается Родина? С картинки в моем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в моем дворе. Песня гениальная. Родина начинается с этого. С двора, с родителей, с бабушек. С первых впечатлений, с дождя грибного, который был теплым. С карандашей, которые мы пускали, когда таял снег. Сугробы же были огромные, тогда не то, что сейчас. И таял снег, он подтаивал снизу, и вода была, журчала под снегом. Мы пускали карандаши, они проходили вот так вот. С этого начинается Родина. Что, на ваш взгляд, Украина выиграла и, наоборот, потеряла в результате двух Майданов? Я бы разобрал отдельно и тот, потому что нельзя смешивать. Можно. Давайте попробуем все-таки раздельно. 2004-2005, оранжевая революция. Что она выиграла? Она выиграла свободу. Проиграла возможность реформироваться. Тогда надо было делать реформы мгновенно. Я не знаю, чего Виктор Андреевич этого не сделал. Я думаю, что не хватило духа. 2014 год выиграла свободу, проиграла территорию и жизни людей. Конечно, Майдан 2014 года стал окончательным актом прощания Украины с советской властью. Он это зафиксировал. И стал окончательным моментом развода Украины с Россией. И это плюс. Жизни ребят не вернешь. Территорию вернуть будет очень сложно. Вы сейчас про Крым. И про Донбасс тоже. Почему? Ну, потому что Донбасс... Вы представляете, что такое 7,5 лет без Украины? Это поколение растет уже. Оболваненное. Теперь смотрите, оккупация гитлеровской советской Украины длилась с 41-го, где-то с сентября, скажем, да, до ноября 43-го. Два года. И то, казалось бы, да, два года в оккупации. А тут 7,5 лет. И теперь, что такое на самом деле Донбасс? Это козырь в руках Путина, которым он размахивает перед Западом. Признавайте Крым, снимайте санкции, отдам Донбасс на своих условиях. На своих условиях? Ну, конечно. Только так? Конечно. Без признания Крыма возможно возвращение Донбасса? Сомневаюсь. Надо сделать ремарку, да, при Путине. И не при Путине тоже. И не при Путине. Путин — это часть России. Это голос России. Тот, кто придет на смену Путину, если он не будет делать так, как хочет большинство россиян, его снесут. Навальный же тоже не собирается Крым возвращать, даже Навальный. Но, я думаю, вопрос Донбасса при Навальном решился бы Донбасс, быстро. Донбасс, нет? Наверное, да. Наверное, да. Там черт их знает, когда они дойдут до верха. Навальный или не Навальный, я же не знаю. Любой российский либерал заканчивается, когда начинается вопрос Украины. Практически любой. Украины или Крыма? Ну, Украины... Потому что у многих либералов российских разные отношения Украины к Крыму и Крыма. И Донбассу. Давайте скажем Крыма. Потому что вот недавний спор, я не знаю, видели ли вы Уткина и Невзорова, где Невзоров говорил, что мы, граждане Российской Федерации, не имеем права что-то говорить в сторону Украины, пока российские солдаты топчут украинскую землю. Да, у него очень четкая позиция. При этом он, ну,
гражданина Российской Федерации. Я делал интервью неоднократно с Невзоровым. Я его очень уважаю. Я вообще считаю его лучшим на территории России журналистом. Гений просто. И я делал интервью с Уткиным, и Уткин говорил такое, что мне не нравилось. Ну и в этом видео он тоже говорил такие неприятные вещи для... А знаете, в чем карма заключается? В чем? Карма заключается в том, что и Крым, и Донбасс уйдут Украине назад. Я не знаю время, когда это произойдет. Мы свое все заберем. Все заберем. И России будет очень плохо. Она отрыгивать будет Крым и Донбасс кровавой отрыжкой. Потому что никогда нельзя брать чужое. Никогда нельзя красть. Будь то в кошельке у женщины в трамвае, будь то предприятие, будь то территория. Ежегодно Украина теряет из бюджета на воровстве 37 миллиардов долларов. Ежегодно 37 миллиардов долларов крадется из украинского бюджета. Если представить себе, что из этих 37 миллиардов хотя бы 15 ежегодно отдавали на армию, у нас бы была такая армия, что все бы тряслись в округе уже. Но мы же не делаем этого. Мы же крадем и не вкладываем в армию. В армии, между прочим, потемкинские деревни. А министр обороны и начальник генштаба судятся друг с другом и не разговаривают. Это что, в воюющей стране возможно такое? Ну, это допускается с самого верха, нет? Вы же знаете, я президенту об этом сказал. Да. Это было в вашем присутствии. Ну, слава богу, вот должны быть движения. Насколько я знаю, министра обороны должны скоро уволить. Как вы относитесь к украинцам, которые ездят в Крым? Я к ним отношусь плохо. Почему? Потому что я считаю, что в знак протеста против аннексии Крыма ни один украинец не должен ездить в оккупированные территории и в Россию. Это касается и Донецкой, и Луганской областей? Да, конечно. А если это вопрос родственников? Тогда да. Тогда снимается? Да. Волевые качества настоящего президента. Я в душе аплодировал Лукашенко. Это вы сказали в нашем интервью 6 августа 2020 года. Сегодня можете повторить эту же фразу, учитывая все то, что произошло в Беларуси? Нет, конечно. Но в контексте того, что он сказал, продолжаю ему аплодировать. Что он сказал? Он сказал, что я бы Крым не отдал, я бы за Крым сражался, а вы его отдали. И я не сомневаюсь до сих пор, что он бы сражался. И я считаю, что наши его бездарно отдали. И меня никто не переубедит в том, что у нас ничего не было, чтобы защищать. А вы пробовали защищать? Считаете ли вы, что это случилось из-за того, что не было постоянной власти, исполняющей на тот момент Турчинов, не был президентом? И второй фактор, который, наверное, мог сыграть, это давление Запада, который не хотел разжигать военный конфликт. Я считаю, что Крым нельзя было отдавать. Я считаю, что за Крым надо было сражаться всем, что было. Я знаю, что мне сказал об этом Анатолий Могилев, который был председателем Кабмина, да, Крыма. Он сказал, что были получены перехваты зеленых человечков, радиоперехваты. Команда была такая: в течение суток попытайтесь решить вопрос. Не получится — назад. Надо было сделать все, чтобы не получилось. А делать никто не пытался. Поэтому говорить о том, временная ли власть, невременная... Кто-то должен был взять ответственность. Это важный вопрос. Должен Решалась был. Судьба страны. Должен был и не и взял. Если бы, да, вы говорите, вот Александр Григорьевич, он бы, ну понятно, он сколько лет был. А тут вот эта ситуация, когда власть не власть, президент убежал, что будет завтра, никто не знает. Кто-то, наверное, побоялся взять на себя эту ответственность. Во мне борется желание сказать все, что я думаю по этому поводу. Я запикаю. Нет, не в этом дело. И навлечь неприятности на ваш канал. С желанием вообще не говорить на эту тему, потому что я начинаю нервничать. Поэтому я выбираю вообще не говорить на эту тему и не нервничать. Мы говорим о людях успешных. Мы начинали об этом наш разговор. И наша программа называется «Перші, первые». Я хочу попросить вас сейчас такой короткий топ от Гордона. Я буду называть там профессию или дело, или отрасль. И вы вольны назвать одну фамилию, две, три, с десяток, если хотите. Топ от Гордона спортсменов Украины. Я согласен, только лишь бы никто на меня не обиделся, чья фамилия мне не придет в голову.
Ну, видите, вы сделали эту ремарку. Все, теперь можем начать. Топ спортсменов Украины. Это может быть один или разных сколько лет? Или... Украина, именно независимая Украина с 91-го года. Братья Кличко, Шевченко, Ломаченко, Усик, Лобановский. Музыканты. Тут широко, может быть, и композиторы, и артисты, и певцы. Очень много. Боюсь обидеть кого-то. Даже не стал бы. Угу. Хорошо. Возможно, будет легче с политиками. Топ политики Украины? Да. Все президенты, включая Януковича, он топ политик. Включая ненавистного мне Порошенко, он топ-политик. Мы же справедливо говорим. Поэтому все президенты, Юлия Тимошенко, Павел Лазаренко, Яценюк, Смешко, Гройсман. Можно дальше перечислять. Актеры. Зеленский, Ступка. Можем остановиться. Остановились. Мы долго с вами обсуждали памятники там, памятники здесь, много часов наших разговоров в прямых эфирах. Вы бы хотели памятник себе, рукотворный, нерукотворный, и где, в каком городе, или это вас не интересует, вы бы не хотели? Памятник мне уже существует, огромный, очень мощный такой. С таким шикарным широким постаментом. Это мои программы, которые в Ютубе находятся, размещены. Это большой памятник, это годы жизни. Это душа, это сердце, это голова, это все вместе. И я считаю, что это уже навсегда. Я могу сегодня остановиться. Я это очень хорошо понимаю. Я не хочу останавливаться, но я могу остановиться. А эти больше тысячи бесед с людьми, которые стали символами времени, которые часть эпохи, мощная часть эпохи, которые сами стали эпохой, ну, это и есть памятник, наверное. Все остальное – это полная ерунда. И памятники на могилах, и памятники в городах. Тем более, что мы же знаем, сегодня памятники ставят, завтра их снимают, послезавтра на них пишут гадости. И отвинчивают головы. Такое тоже бывает. Да, мы такие примеры знаем. Сколько бы вы хотели прожить? Вам сейчас 53, это не секрет, вы прекрасно для своих лет выглядите. На самом деле мне 32, но я никому об этом не говорю. Вы первые, для 32, кому я доверил эту страшную тайну. Для 32 вы тоже хорошо выглядите. Сколько вы хотите прожить? В 91-м году я приехал к Ванге. Это была интересная история. Мы приехали с моим другом Николаем Николаевичем Гребинником. Нас встретили на высшем уровне, потому что его подруга Вера Ильиева была женой начальника политуправления КГБ Болгарии. И она к Ванге заходила как к себе домой. Нас провели без очереди. Правда, предупредили, чтобы мы не... Перед этим ночь сказали поспать, чтобы под подушкой был сахар, кусок рафинада. И предупредили, чтобы ни в коем случае не фотографировали и не записывали ничего. Ну, я ж не мог не записать такую историческую встречу. У меня была такая курточка желтая, горчичная, красивая. И я сюда спрятал диктофон. Карман пристегной был. И включил перед тем, как зайти. Эту кассету показывал многим, пока она через лет 5 не исчезла. Но это другое. Когда мы зашли, первый вопрос, который я ей задал, сколько я проживу? И она начала смеяться. Она очень интересно себя вела, она то кричала, то обмякала вот так, то сильно кричала. Такое поведение интересное у нее было, один глаз вытекший был, она с запрокинутой головой сидела. Она стала смеяться. Она говорит, все молодые спрашивают, сколько они проживут. Это первый вопрос, самый главный, который их интересует, что интересно. И она мне сказала, ты будешь жить долго, даже не думая об этом. Поэтому я и не думаю. Что вам нужно еще успеть сделать? Есть у вас какая-то обязательная программа, что я вот не могу уйти до того момента, пока я не... Все, что надо было успеть сделать, я уже успел сделать. Дом я не один построил, дерево я не одно посадил, детей много. Хорошее... А вы так количество детей не называете. Много, я же говорю, хорошая семья.
я все, столько интервью, столько встреч, столько интереснейшего общения. Дальше это уже как Бог даст. Вот я атеист, но говорю, как Бог даст, потому что все равно Бог дает. Поэтому сколько будет, столько мое. Об этом не надо задумываться, не надо заморачиваться. Надо жить, дышать полной грудью, дарить радость людям, иногда и себе тоже. Когда-то вы, значит, получили волну негодования от людей старшего поколения, когда сказали в одном из наших эфиров, что пенсионеров надо лишить права голосовать. Я и сейчас так считаю. Почему? Я считаю, что голосовать должны, я не сказал даже пенсионеры, я считаю, что голосовать должны только те, кто платят налоги. Налогоплательщики. Налоги с чего? Потому с что труда. В магазине мы тоже покупаем продукты и платим налоги. Там вот заложено. Кто получает зарплату и платит с нее налог, на который живет государство? То есть, грубо говоря, только тот, кто работает. Да. Почему? Потому что людям, которые создают продукт, виднее, кто должен быть президентом и депутатом. Пенсионеры, многие из них, к сожалению, мозги их запудрены пропагандой. Пропагандой. Кроме того, многие пенсионеры считают, что в Советском Союзе было хорошо. Но считают они это по одной простой причине. Они были молоды, полны сил. Это естественно. Я же их не ругаю, я их не осуждаю. Я их жалею. Я с большой нежностью отношусь к пожилым людям. Мне их безумно жаль. Безумно жаль за всю их жизнь тяжелую, за эту нищенскую пенсию, которую им государство платит. Мне не жаль молодых, которые лодырничают и не имеют денег. Туда им и дорога. Вот здесь, в этой ложе, часто сидит Михаил Юрьевич Резникович, художественный руководитель театра имени Лесси Украинки, с которым мы много-много лет дружим. Но он мне когда-то сказал хорошую фразу, которую я запомнил. Михаил Юрьевич был учеником Георгия Товстоногова, самого великого советского театрального режиссера. И Товстоногов говорил: «В искусстве падающего подтолкни». Вот если это молодой человек, лодырь, бездельник, который на что-то еще рассчитывает, подтолкни его, с него толку не будет. А если это пенсионер, пожалей его, потому что он пахал всю жизнь, и государство на него плюнуло и бросило его. Поэтому этих людей мне жалко. Но выбирать не надо давать им возможность, на мой взгляд, потому что они опять выберут не тех. А кто определяет, кто те, а кто не те? Вот мы 30 лет в этом году исполняется в Украине. Определяет жизнь. Жизнь определяет. Карманы. Вот у меня в этом кармане деньги. Вот от того, сколько у меня здесь денег, определяется, хороший президент или плохой. Ваше отношение к Богу? У меня нет отношения к Богу. Я атеист. Но в целом, если не к Богу как таковому, вот что-то есть, какая-то сила? Если мы говорили с вами о карме, то... Я думаю, что высший разум какой-то существует, но не в виде дедушки на облаке. Закономерность есть. Закономерность. Мне когда-то Анатолий Михайлович Кашпировский говорит, что правит миром. Закономерность. А в чем она заключается? Он говорит, вот видите, беру ручку. Сейчас ее отпущу, она упадет. Отпускает ручку, она падает. Видите, закономерность. А в чем самая главная закономерность? В том, что существует закономерность. Вот закономерности. Закономерность в том, что если ты сделаешь плохой поступок, тебе вернется. Ну, железно, можно не проверять. Сделаешь хороший, тоже вернется. Поэтому, господа, делайте больше хороших поступков. Что вы посоветуете сейчас людям, которые определяются с профессией, а многие из них еще и определяются, надо ли оставаться в Украине, а не попробовать себя где-то в Чехии, в Польше или в Германии, в Канаде или даже в Австралии? Что вы скажете вот этим ребятам, которым сейчас 16, 18, 20 лет? Помните Маяковского: юноша, обдумывающему житье, не знающему делать жизнь, с кого, да? Скажу, не задумываясь. Дальше продолжать не буду, там пример неудачный. Я думаю, что надо, во-первых, понять, что вам нравится, молодым людям, что нравится. И в этом направлении лупайте всю скалу, как писал Иван Франко.
Надо лупать скалу. Надо идти вперед. Двери закрыты, бейтесь лбом туда. Глядишь, откроются. Не откроются, в следующее бейтесь. Надо работать, пахать надо. Дмитрий Гордон – человек, который стучал в закрытые двери, открывал их, сам строил свои двери, взбирался на свой личный Эверест и вдохновляет сейчас многие тысячи наших телезрителей не останавливаться, идти дальше, вперед и вверх. Дмитрий, спасибо вам большое. Искать двери. Спасибо. Спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо и до встречи. Спасибо.